больше не пара. Не попали на Евровидение. Фабричный роман. Он ниже ее. Так бывает. Кто бы это мог быть? Костя Меладзе и Элизабет. Шурин с Эрика. Эрика, Шурин. Эрика, Шурин. Гостям участвуем имени Смиса. Эрика и Стас Шурин. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Боже, какая неожиданность. Друзья мои, вот вы уже пара, хотел сказать. Не пара. Не я пара. Как ляпну, так и будет. Вы не пара. Но вы взрослые, опытные люди. Ребята, вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Ну, я лично верю. Или в Деда Мороза, или еще в какие-то небылицы. Верите? И в дружбу между мужчиной и женщиной. И в то, что стадионы построят к чемпионату. Тогда и в Деда Мороза тоже, наверное, верит. И в Деда Мороза, конечно, зубную фею обязательно. Я за это, я наивна дівчинка. Я вірила в те, що я прийду на передачу, і мене не будуть питатися про відносини з Шурінцем. Да, ти наївна дівчинка, поэтому у тебя тебе крутой продюсер. Не будемо питатися про відносини з Шурінцем. Одне питання, був секс чи ні? Окей, окей. Ми маємо посміхатися в моменті. Ладно, мені вже цікаво, хто кого? Файно, что, правда? Кого это очень хорошая фраза. У нас есть канат и мыло. И я предлагаю сделать. Шуринс, ты все понял? Предлагаю сделать следующее. Маша всегда благоволит к мужчинам. Вот, Маша готова вам помочь. Ну а Сергей Притула по понятным причинам. По понятиям. Помогать Эрике, да. Вот мы делаем две команды. Серега, ко мне. Мало нарвалось. Мне кажется, они больше в целом. Ты тянешь канат, я тяну тебя. Хорошо. У вас есть любимые песни. Как только я показываю рукой, правой либо левой, что та или иная команда одерживает временный или постоянный перевес, эта команда тут же начинает петь. Три, два, один. Поехали. Маша и Стас поют. Маша, Маша. Эрика, Маша и простите, Сергей Притула, Дима Галитов. Все выжили! Все выиграли! Победили!